6 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Такой приговор Ядринский районный суд Чувашской республики вынес уроженцам Шумерли Дмитрию Корнилову и Дамиру Гафурову. Их обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств. 12 граммов героина Дмитрий Корнилов приобрел в Москве у неустановленного лица за деньги, полученные им от Дамира Гафурова. Наркотическое средство он поместил в специально оборудованный для транспортировки тайник, сделанный во флаконе из-под шампуня. Водителя одного из рейсовых автобусов «Москва-Чебоксары» Корнилов попросил за денежное вознаграждение доставить в Чувашию посылку, в которой, среди прочего, находился контейнер с наркотическим средством. Напарник Корнилова Дамир Гафуров был задержан сотрудниками УФСБ при получении посылки.